Мы на канале. Сегодня на канале Планета Алис маленькие котята. Вы уже видели, когда они родились только что, а сейчас им уже почти неделя исполнилось. Поэтому сегодня мы вас с ними познакомим. Вот, всего у нас 5 котят. Мы сейчас вам их всех покажем. Они еще очень маленькие, поэтому немножко боятся. Мы их взяли от мамы на 5 минут. Да, чтобы мама немножко отдохнула, а мы их тем временем вам покажем. Вот, давай покажем. Вот, есть один вот такой вот черненький котенок с белыми лапками и с такой белой полосочкой на лбу. Он такой. Вот такой вот. Вот такой миленький. Царапай, конечно, осторожненько бери. Вот, давай. Третий котенок. Вот такой вот серенький. Он весь серенький, как его мама. Черненького мы уже показали, подожди. Давай. Один котенок. Вот такой вот беленький с черным. Да. Ой, у меня чуть-чуть боится. Боится, конечно, аккуратненько. Вот. И еще один котеночек вот такой. И вот этим котятам нужно придумать имена. Потому что им уже почти неделя. Мы уже придумали 4 имени. Мы назовем их. Мы назовем 2 котят как бэби ангелов. Блейки. И... Нет, Блейки черненький. Покажи Блейки. Блейки, вот это у нас Блейки. И еще у нас есть Байти, вот этот, да. Байти, это вот этот, вот такой вот. И вот этот котенок, его зовут как Мимимишек. Одного из Мимимишек его зовут Тучка, потому что он серенький. И одного котенка будут звать Кеша. Тоже как Мимимишек. Один котенок называется Кеша. Да. А этот Байти, осторожно, все, поставь. Один Байти. И нам осталось придумать имя одному котенку только. И вы должны нам помочь, друзья, потому что у нас уже закончились имена. Давай. Вот, у нас остался без имени один вот такой котеночек. Он беленький, серенький. Посмотрите, вот такой малыш. Я не знаю пока еще, девочка это или мальчик. Поэтому мы просим вас, пожалуйста, придумайте нам какое-нибудь имя, чтобы подходило и для мальчика, и для девочки. Вот как, например, Блэки, Вайт. Да, они пищат. Мы сейчас их маме понесем, потому что они маленькие, еще им нужно к маме. Мы вас просим помочь. Нам нужно одно имя для еще одного котенка. И нам нужно, чтобы это имя подходило и для мальчика. Ой, тетя, мама. Да. Лезет, смотри, чтобы не вылезли. И нам нужно, чтобы это имя подходило и для мальчика, и для девочки, потому что мы еще не знаем, кто это. И через неделю мы подведем итоги конкурса. Тот, кто придумает самое хорошее имя, ему мы... Это ты? Нет, это мы ребят попросим, чтобы они в комментариях написали. Ты уже придумала Блейки, Байти, Кеша. И кто еще у нас? Тучка, это же ты придумала, а теперь осталось одно. И мы ребят попросим нам помочь. И тому, кто придумает самое хорошее имя, мы отправим приз. Большую бельгийскую вкусную шоколадку. Пожалуйста, пишите нам в комментариях свои варианты имен. Потому что котята не могут долго оставаться без имени. Да? Любит шатить. Что любит? Он да. Любит шатить. Хорошо. Шатить. Вот. Вот они наши маленькие котяточки. Это Леша, не упадет. Нет, не упадут. Я осторожно делаю. Вот такие. А теперь мы должны их отнести к маме, потому что они очень волнуются. Первый раз их взяли вот так вот. Если вам нравятся наши котята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!